Всем привет. Давайте, да. Что у нас сегодня за дегустация? Лимонад. Лимонад. Шведский лимонад, посвященный 1 мая. И вот эта вот штука. Да, и тоже едят это вот с этим. Пьют это вот с этим. И мы будем это тоже сладить. Также спонсор нашего канала сегодня. Это куличи от мамы. Мы напекли вчера куличей, украсили и яйца. И вот такое вот. Ладно. Красотенько. Давайте начинайте, что же. Наливайте. А что это за напиток? Это называется лимонад. Сима, и он вроде бы как бы... Лимонад. Я очень надеюсь, что это что-то вкусненькое. Вы опять стаканчик поставили? Да, вот, там просто... Она уже уходит. Да. Она придет. Она вернется. Бойтесь, мы вернемся. Да, не боитесь, она еще вернется. Я ее тоже. Давай, я себе первый налью. Булочки. И чуть-чуть те. Ну что ж, начинаем. Вкусняшка. Ну, на вкус это как... Как это... Как вот. Лимонад. Просто вкусняшка. Ура. Еще он додает корицы и цедры лимона. Пахнет вкусно. Виолетта гуляет? Ну, короче, да, это вкусно. Теперь давайте приступать к этой штучке. Надо ее разрезать. Я не хочу ее есть. Сладкая. Ну что, похоже? А она на испеченную булку с корицей и чуть-чуть сахарной пудры. Это как сухарик, только сладкий. Я думаю, это будет легко сделать дома. Но круассаны намного вкуснее. Круассаны намного вкуснее? Нет, не может быть. Еще мне это отдаленно напоминает чайный гриб. Да, вот мне тоже это чем-то напоминало чайный гриб. Только за чай. Да, мы когда-то имели чайный гриб, и поэтому... Жалко, что не показали вам, но... Тогда еще канала не было. Это было на Минграмбах. Когда мы еще в России были. Ну да. Что, Сима нормально? Вкусно, да. Ой, мне изюмка попалась. Ничего не вкусное. Да, должно быть в бутылке 4 изюминки. Или 5. Их там гораздо больше. Лео кто-то ли выпил. Да. Там еще 4 изюминки. Я читал, что где-то должно быть 4 изюминки. Там больше. Ну, да, похоже на квас. На чайный гриб. В составе сахара, вода, сахар, какой-то глютенитон олут, но это скорее всего, видимо, как что-то типа ячменя или что-то такое добавляют, ну или с пивом связанное, ситруна меху, лимонный сок, ситруна, орех и кожурки. Яблочный. Цедра. Так, ну что? Держи стаканчик. Дегустатор Виола вернулся к нам. Держи стаканчик. Он хочет продегустировать немножко всего. Да. Это ее замечание акцента Сима. Че вы нашли акцент? Надеюсь, папа не снял. Че вы мне дали? Нет, все, насимилась. Виолетта. Есть. Опс, она отломала. Ух, растяжка. Ну-ка. Вкусно, все вкусно. О, да, хрустяшка. Хрустяшка. А вот это вот ничего так зашло. Это
же надо отламывать и есть, да? Угу. А я же в России, кажется, такая традиция, чье яйцо сильнее. Да, кстати. Ну это уже за завтраком. Я выиграю тебя. Что, вкусно? Ну, это то, что майонез с сахаром. А не хочешь запить? Нет. Нет, это в еде не буду, скажу, да? Да, она потому что газированная, ее немножко. Ага. Отпугнула. Угу. А ладно. Хрустяшка. Димас, мы не будем есть расстроен. А? Пока. Ну что ж, всем пока. И это эти вещи, это еда, она съедобная, можете пробовать, когда приезжаете. Это нами одобрено. Да. Всем пока. Пока. Пока-пока.